Вообще зарплата до 500 долларов может дорасти. Но зарплата может дорасти вот как зарплата. Но зарплата может дорасти вот как зарплата. Только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. Президент ставит задачи, что надо заработать, потому что он отвечает и перед нами, перед всеми, он как глава государства. Надо эту зарплату заработать. Реально ее можно заработать, но ее надо заработать. Тогда она будет выплачена. А если зарплата заработана, в смысле обещана и не выплачена, это не заработная плата. То есть ее нет.